Сегодня исполнилось 25 лет Конституции Республики. Работа над основным законом Якутии шла достаточно долгое время, начиная с декларации о государственном суверенитете нашей республики. Благодаря основному закону Якутия является одним из стабильных регионов России. Благодаря тому, что мы реализуем в жизни положение основного закона, мы сегодня видим, что в республике достаточно стабильная ситуация. В первую очередь, это реализация прав граждан. Второе, я думаю, что у нас установлен четкий диалог между обществом и властью. В-третьих, я хочу отметить то, что конституционные гарантии органам местного самоуправления также реализуются, потому что они самостоятельны, и основные вопросы на местах решают именно они.